Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Международный день белого медведя. Февраля во всем мире отмечается праздник, призывающий всеми силами бороться за сохранение одного из самых красивых хищников, обитающих в арктических широтах. Международный день белого медведя появился благодаря инициативе организации Polar Bears International. Его главная цель – привлечь внимание к проблеме исчезновения главных хищников Северного полюса. Белого медведя часто называют царем Ледовитого океана. Комфортная температура для жизни этого животного – минус 45 градусов. Белый медведь – один из самых крупных зверей, обитающих на суше. Его рост нередко достигает 1,5 метра, длина тела зачастую составляет 3 метра, а средний вес обычно колеблется от 300 до 500 килограммов. Шерсть у этого хищника густая, под ней кожа практически черного цвета. Под телесными покровами слой жира, который обеспечивает защиту животного от сурового северного холода. Сегодня в мире насчитывается примерно 25 тысяч белых медведей, 5 тысяч из которых находятся на территории России. Вид занесен в Красную книгу. В неволе продолжительность жизни этого арктического зверя достигает 30 лет. А вот на воле последние годы белый медведь редко достигает такого возраста. Таяние льдов в результате глобального потепления является главной причиной сокращения популяции белых медведей. Лед для этого хищника – основное условие существования, ведь именно с него он добывает свою основную пищу – тюленей. Также на численность белых медведей негативно влияют разработка нефтяных месторождений в северных широтах, загрязняющие окружающую среду, и браконьерство. 27 февраля в честь Международного дня белого медведя абсолютно всем жителям Северного полушария предлагается уменьшить мощность своего домашнего отопления и тем самым внести хоть символический, но все же вклад в уменьшение темпов глобального потепления, приводящего к сокращению среды обитания белых медведей. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!